Антимонопольная служба рекомендовала приостановить конкурсные процедуры по распределению автобусных маршрутов. По информации газеты «Коммерсант Прикамья», у ведомства возникли серьезные вопросы к организатору торгов. Речь о том, что многие заявки перевозчиков были отклонены из-за несоответствия паспортов транспортных средств. С жалобой на действия комиссии в УФАС обратился один из перевозчиков. В администрации города к получению письма от антимонопольного ведомства отнеслись спокойно, сообщает издание. Далее цитата. «Это стало уже банальностью, когда отдельные перевозчики, которые не могут соответствовать заявленным требованиям, пытаются затормозить конкурсные процедуры, обращаясь в разные инстанции. Департамент дорог и транспорта при проведении конкурсных процедур действует строго по закону. Перевозчики уже пытались оспорить критерии конкурса в суде. Документация устояла в трех инстанциях, что показывает высокое качество подготовки документов». Конец цитаты. Напомним, порядок проведения конкурсов был принят депутатами Пермской гордумы в декабре 2013 года. Уже состоялось вскрытие конвертов по нескольким маршрутам. Однако определить победителя удалось не на всех. Некоторые направления не заинтересовали владельцев автобусов из-за низкой рентабельности. Не за надой и урожай, а за кубки и медали боролись селяне на всероссийских спортивных играх аграриев. Соревнования федерального уровня принял Чайковский. Состязания прошли на четырех площадках. Это спортзал Института физкультуры, спорткомплекс «Снежинка», стадионы «Центральный» и «Буревестник». Участие в мероприятии приняли более 1200 работников агропромышленного комплекса нашей страны. В этом году всероссийские сельские спортивные игры посвящены 70-летию Великой Победы. Перед торжественным открытием соревнований почетные гости почтили память павших на полях сражений. Вечный огонь дал жизнь огню соревнований. Факел доставили на церемонию официального открытия фермерской олимпиады. Пермский край. Чайковцы сделали все для того, чтобы эти игры вошли в историю как самые гостеприимные, как самые дружелюбные, как самые массовые. Мы сделали все для того, чтобы это был настоящий праздник спорта. Комбайнеры и дояры на несколько дней переквалифицировались в спортсменов. Встали на лыжи, взяли в руки гири, сели за шахматные доски. Попутно продемонстрировали и профнавыки. На скорость разбирали и собирали доильный аппарат, запрягали лошадей, состязались в мастерстве вождения трактора и бегали с коромыслом. В Чайковском есть все. Нам Виктор Федорович еще в Москве докладывал, насколько молодой город и насколько он одновременно подготовленный для проведения очень серьезных спортивных соревнований. Свои регионы на играх представили 49 команд. Любовь к земле и спорту сплотили селян с плодородного юга и суровых северных областей России. Это один из лучших приемов. Впечатления от города Чайковский самые наилучшие. Отличный город, красиво, очень добрые люди. Мы в восторге. Массовость физической культуры и спорта, что очень важно для работников сельского хозяйства. Но, естественно, если у нас народ будет здоровый, то, в принципе, и трудоспособность будет высокая. Спортивный праздник дополняет праздник вкуса. Участники и гости сельских игр могут попробовать сладости и другие продукты, произведенные в Пермском крае. Например, в Кунгуре пекут вот такие интересные пряники. Это пряники медовые, делаются вручную в деревянных формах. Вот таких. Там натуральный мед, корица, куркума, имбирь. В этом году лучшими среди селян оказались прикамцы. Вторыми стали челябинцы. Третье место у Курганской области. Александра Михеева, Степан Пепеляев, телевизионная служба новостей. Несколько сотен человек собрались накануне у дворца имени Солдатова, чтобы почтить память убитого в Москве оппозиционного политика Бориса Немцова. Акция началась в 13:00, продолжалась около двух часов. Люди несли цветы и свечи к портрету Немцова. В толпе мелькали плакаты и карикатуры на действующих политиков, флаги России и транспаранты. Митинг был согласован с мэрией и полицией. Куда более масштабным стало траурное шествие в Москве, где к месту гибели Бориса Немцова пришли десятки тысяч людей. Напомним, оппозиционера застрелили поздним вечером в центре столицы на Большом Москворецком мосту. Следственный комитет России рассматривает несколько версий убийства, включая политическую и бытовую. Санта-Барбара по-пролетарски. Жительница одного из частных домов в микрорайоне Пролетарский лишилась своего автомобиля. Потерпевшая подозревает в поджоге любовницу своего мужа. А в буквальном смысле жгучей ревности в репортаже Елены Яговцевой. Но она полностью вся горела. Да я толком даже уже не помню, у меня шок был. Я через час только поняла, что я в тапочках и в халате стою около машины. Я вызвала пожарных, милицию. Приезжал инспектор, я говорю, как думаете, может проводка? Он говорит, видно, что поджог.
Это все, что осталось от «Жигулей» 10-й модели. Хозяйка машины винит в поджоге любовницу своего мужа. Мужчина ушел из семьи в конце декабря, но иногда приезжал в гости проведать ребенка. Это обстоятельство не нравилось его новой пассии. В минувшие выходные ревнивица приехала в дом соперницы и закатила скандал. Ну, тут весь вечер бегала. Истерики закатывала. Ночью в 5 утра мне позвонила соседка, что-то сгорит за забором. Я выбежала, ну вот. Свидетелем драмы стала подруга потерпевшей Елена. Женщина говорит, после увиденного опасается за Марию и ее 6-летнего сына. В машине сгорели все документы. То есть там и паспорт, и водительская, и страховка. Ну, соответственно, все. Теперь нужно потратить не один день, чтобы человеку восстановить документы. Я бы еще поняла жен, которые подожгли бы машину, чтобы отомстить любовнице. Но когда любовницы жгут машину, мне кажется, это вообще уже наглость. Однако любовница отрицает свою причастность к поджогу машины. В хитросплетениях этой Санта-Барбары предстоит разбираться органам внутренних дел. Полиция устанавливает все обстоятельства происшедшего. Затем будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела. Будет проведена проверка, по результатам которой уже будет установлен как лицо подозреваемое, так и будут выявлены все причины и, как я уже говорил, мотивы, побудившие лицо на совершение преступления. Елена Иговцева, Михаил Осетров, телевизионная служба новостей. Дело в полмиллиона. Пермяк Юрий Стародумов взял кредит на покупку машины. Вместо 4 лет, прописанных в договоре с банком, заемщик утверждает, что расплатился за 2 года. Однако спустя некоторое время выяснилось, что он остался должен, причем другому банку. О затянувшейся кредитной истории репортаж Евгении Караксиной. Взыскать почти 500 000 рублей с Юрия Стародумова Райффайзенбанк пытается уже несколько лет. Якобы пермяк задолжал по автокредиту. Кредит действительно брал, говорит Юрий, но в Импексбанке, которому и вернул деньги в полном размере и досрочно. За 2 года вместо 4. Есть и соответствующие документы. Импексбанк впоследствии закрылся, и кредитная история Юрия перешла в Райффайзенбанк, который считает, что клиент остался должен. На основании документа, который... исполнительный лист называется, в котором написано, что взыскать с меня в пользу Райффайзенбанка там 533 тысячи рублей, да, но это в 2010 году. Юрий уже устал судиться. Недавно закончился 7-й процесс. Последняя бумага пришла ему в этом году. В документе прописано, что деньги в пользу банка будут удерживать из его пенсии. Оставшихся денег хватает разве что на оплату коммунальных услуг. Вот справка управления пенсионного фонда, которую я получил 13 февраля 2015 года. Здесь говорится о том, что с меня вот только здесь по 4 исполнительным документам, по 4 листам судебным приказам, взыскивается в пользу Райффайзенбанка и в пользу налоговой инспекции более 500 тысяч рублей с пенсии 50%. Мы обратились в Райффайзенбанк, чтобы там проверили кредитную историю мужчины и объяснили, на основании чего с него взыскивают деньги. Полученный ответ кредитно-финансового учреждения ситуацию не прояснил. Отсутствует судебный документ, на основании которого банк должен вернуть клиенту ПТС, а также есть основания для взыскания задолженности. Решение суда клиентам не исполнялось. В общем, понятно, что ничего не понятно. С помощью нашей редакции истории Юрия Стародумова занялся юрист Герман Мазилов. Ознакомившись с документами, эксперт отметил, что в этом деле есть значительные противоречия. К примеру, непонятно, почему мужчина в свое время не получил ПТС автомобиля, если выплатил весь кредит. К этой истории мы вернемся в следующих выпусках ТСН. Евгения Караксина, Василий Лепинских, телевизионная служба новостей. Пермские медики фиксируют рост числа пациентов во всех травмпунктах города. Причина – гололед, образовавшийся в последние дни из-за похолодания. Количество переломов, ушибов и растяжений выросло на 30-50%. Как это часто бывает, в центре города дела обстоят более-менее. Ну а по тротуарам некоторых второстепенных улиц и по дворам ходить без риска для здоровья невозможно. Городские власти потребовали от подрядчиков, ответственных за содержание улиц, активизировать работу по очистке тротуаров. Районным администрациям поручено ежедневно проводить контрольные рейды. Причем инспектировать состояние улиц чиновникам рекомендовано пешком. Вековой юбилей. Гвардии майор ВДВ в отставке Прокофий Диденко отмечает столетие. За его плечами и военная служба, и работа на одном из крупных оборонных предприятий Прикамья – заводе имени Калинина. Его сотрудники устроили ветерану торжественную встречу, на которой побывали и представители городской власти. Годы такие. Да. 100 лет.
У меня у родителей никого нет. Целый век за плечами и почти полжизни отдано военной службе. В 41-м Прокофий Диденко, кадровый военный, был направлен из Свердловска в наш город. Работал в Молотовском военно-морском авиационно-техническом училище. Его выпускники служили техниками морской авиации. Без них были невозможны ни боевые вылеты, ни воздушная разведка. Бывшие курсанты в МАТУ служили, например, в 15-м разведполку Балтийского флота. Готовили фото и радиооборудование для самолетов, экипажи которых вели наблюдение за вражескими позициями. Ну а после войны Прокофий Диденко был направлен в 100-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию и вновь занимался подготовкой кадров для армии. Позже вернулся в Пермь уже в качестве гражданского специалиста. Прошло массовое сокращение по стране, и как бы армию там почти на миллион, и он попал под это сокращение. Вот приехали сюда в Пермь, потому что здесь пока как бы служил в военном авиационном училище, готовил кадры. Вот, и здесь как бы остановились. Пришел на завод, работал на разных должностях здесь. На заводе имени Калинина он трудился токарем, затем технологом. Выйдя на пенсию, старался не терять связь со своими коллегами. Прокофий Павлович рассказывает, дожить до 100 лет ему помогла самодисциплина, к которой он привычен с юных лет. К примеру, все свои предыдущие юбилеи ветеран отмечает без алкоголя за кружкой чая. Кроме спиртного. В этом отношении я был очень требовательным к себе. И никогда у меня никто не имел замечаний. В честь юбилея на предприятии, где работал Прокофий Павлович, устроили торжественный прием. Поздравил ветерана и глава города Игорь Сапко. Тот жизненный потенциал и жизненная энергия, которой вы обладаете, она должна объективно заряжать нас, всех присутствующих. С днем рождения! Юлия Зыкова, Антон Лифанов, телевизионная служба новостей. Собрание Пермской Третьяковки пополнится новыми экспонатами. В коллекцию Государственной художественной галереи войдут произведения пермского художника и реставратора Игоря Арабова. Он проработал в галерее почти 50 лет. Долгое время был единственным врачевателем бесценных раритетов. А кроме того, сам занимался живописью. Выставка работ мастера недавно была представлена на суд зрителей. Его вдохновителями были такие художники, как Иван Иванович Шишкин, Айвазовский. И сейчас вот обращение, да, вот к этой теме никогда не теряет своей актуальности. Мастер пробовал свои силы и в разных видах народной росписи – городецкой, мезенской, палехской. Создавал произведения декоративно-прикладного искусства, лаковые шкатулки, янтарные броши, резные туеса и короба. Больше 20 предметов отныне войдут в коллекцию художественной галереи.